Дофига. Ну, у меня больше. Да. В любом случае, силы... По одному потеряли. По одному потеряю. У меня слон дает одну защиту, поэтому я ничего не теряю, а ты одного. Приносишь жертву или отступаешь? Она первого белого. Лиза. Ну, я их, наверное, первого нету. Три молитвы. Первого белого нету. Все, я замешиваю себе обратно, у меня все карты. Первый уровень купили. Это я Дэра атакующий, Фоку. Дай мне одно победное очко. Теперь... Вован. Вова. Ходи. Потом помолиться три раза. Вова, молись. В любой непонятной ситуации молись. Нет? Ну да, мы помолились, получили три. Так. Карт в руке у тебя есть боевые вмешательства? Это открытая информация. Нет. Ты сказал нет. Можешь же в тайную положить эту карту, значит она вообще скрытая. В бою ты ее тайно подкладываешь, то есть противник не знает, положил ты карту или нет. Я предлагаю вам замахаться, кто выиграет, тот победит. Какие два лапы уже потратил? Ладно, непонятно, ладно. Две лапы ты потратил. Я думаю, вряд ли здесь там будет. Да нет, конечно. Если ты закрытую кладешь, значит он не должен зайтись на интервью. Может ты что-то положить или нет? Ладно, а нужно построить мы стратегию. Заапгрейдим, наверное, пирамиду тогда. У меня 7, то есть до второго уровня 5. Да, здесь вряд ли. Да, конечно, не будет. Да нету, ладно. Нет, Фил, до второго уровня 5 стоит, да? В смысле? Болтал, нет. Пирамиду до второго уровня поднять, 5 очков. 2 очка с единицы. Ты ж платишь только за следующий уровень. До третьего, если до третьего, то 5. Если до третьего, то 5. Угу. Ты построил? Да. Значит, нет. Семейный совет. Ага. Ничего непонятно. Ну чё? Кто? Кто тут? Да я. Колян. Ну, ладно, давайте. Пару тупи. Я до третьего. В любой непонятной ситуации моли. До третьего 5 очков. Да. Переворачивай. Это будет пирамидка у нас. Сейчас вот только решу, какая. Красный не трожь. Уже у всех есть красный. Посмотри, там да синий. Красный. Белый. Красный нож. Бери красный. Кто следующий ходит после меня? Лиза. А, там да. Еще все переходят. Там все да, переходят. Еще все походят. Ну. Шнели. Синий. Нет рекламы. Нет рекламы. Ходи, Лиз. Так, я покупаю чувачков трех, получается, да, вот сюда кладу, здесь три монеты. В этой маленькой. Здесь три, сюда монеты. Да, разлетелись. Я хожу. Да, ходи. Трачу две молитвы, мы залетаем вот в этот храм. Залетели? Скорпион плюс 2 мощи. Да, ты могла перед атакой сыграть ее и двух поцелов. То есть у меня там сейчас мощи 7. Вовы 5. Это во время хода или вместо хода? Во время. Кровинок у меня у Скорпиона 2 и у самого у меня 1. То есть 3 кровинки уже есть. 3 кровинки. 3 кровинки. 3 кровинки. Это взброс. Эту играю. Эту играю. Так, ну я победил, ты согласен? Да, естественно, я не спорю. Значит, щит мне не дает. Мне не нужна была эта победа, мне надо было просто порезать тебя там. Троих. Три. Троих зарезал. Ой, у меня там сколько? Одного? Одного. Почему одного? Сколько, двух? Ты сколько защитил? Одного защитил. Скорпион 2 и это 1, 3. Ой, ну еще и 2 в жертву. 3 и 2 в жертву, 2 молитвы получил. Да, да. Я победное очко взял. Блин, где это было? Тройка была. Ну, было тут 5. Сейчас придется змеюкой туда. Так, то это поворот, Вова, теперь я. Но я забрал все карты. Да, все равно. Да? Поверь мне. Когда вас двоих всего надо зарезать, я войска нет, то не проблем. Так. Очки не будешь парить? Ну, красная норм. Подожди, а это ж мой ход еще был, правильно? Да, это твой еще ход. В смысле? Ну и за одно очко молитвы. Это в конце. Ага. Дня, подожди. Ты телепортируешься? Мы же себя обелискиваем. А нет, знаешь что, я их тоже в жертву принес. Ну и твои. Скорпион тоже ушел. Скорпион ушел. Восхитительно. Раз, два. Смотри-ка, можно захватить сейчас башенку 4 уровня. Кто хочет? Там свободная касса. Сначала дойди до туда. Это несложно. После боя всех жертву принес? Да. Он мог бы одного оставить. Чтобы потом 5 получить. Чтобы победное очко с меня заработать. Ну, да, ты получил-то за победу очко-то победное. Ну да. Ладно, хорошо. Кстати, я, короче, апгрейдю пирамидку. Да. Пирамидка на 3.
Синенькая 3. Мы? Ну, мы синенькая за один будем нанимать войска. Хорошо. Нет, нанимать войска соседняя. Нанимать войска. Что дает, расскажи. За одну вербовку 2 солдат. Но бесплатных, угу. Помимо того, что ты купишь. Да. Да. Да, да, нанимать войска, окей. Угу. Я хожу. Ух ты, солдатики мои. Вот все. Помолимся. Помолился. Вот правильно. Две, да? Две, да. Все? Только я. Нет, я не получал. Лис, все? Ты... все? Все? А, все? Все. А что, все? Ночь? А у меня еще осталось. А ты где-то протупил, значит... извините. Нет, или... не все походили. Ты все, последний все ходишь. Все походили по одному. Ты походил. Последним. Ты ходил. Ты сейчас ходишь. Ты последний ходишь. Он сейчас вот только что... А, был... да, все верно. Я пирамиду улучшал. Не-не-не, ты улучшал пирамиду. Все верно. Да. Все. Так, Вова походил, и Коля... Все, все походили. Все нормально. Все. Нет, получение дневных молитв, там, победных очков. Ну, поехали. Молитва это... А, нет, это не молитва. Поехали, давай, начнем с тебя. Зеленому, у тебя ничего нету? Зеленому два. Зеленый. Давай с храмов просто раз, поедем. Раз, два, здесь еще три. Три. Пять. Раз, два, три. Здесь синему два. Синему два. Здесь приносят жертву, еще да. Одно очко получаешь. Да. Именно так. Все по храму. Ты, кстати, видишь, два храма получил. Два храма, победу. Коля получает одно вот так, вот такой да. Стороной держи его. Да. Какая разница? Разница есть, потому что при ничьей будут считаться красный. Именно красные победные очки. А за больше. Победу дают красные или желтые? В бою. За победу в бою дают красные. А, когда желтые дают. Не сбивай. Желтые дальше, не что? Дают. Здесь все, по храмам все, за два храма выдали, все. Теперь мы даем по молитве. Все по две молитвы. Но у меня четыре. Раз, два. И по карте. Карта божественного вмешательства. Мне две. Две. Один. Ночные способности у кого еще работают, смотрите. Нормально. Не один. Нормально. Нормально. Да, бери. Я... Как, это... угу. Как самый главный тупик. А, ну это забыл. Так, у меня пять. У кого сколько победы? А, у тебя одно есть. У меня два. Да, у меня один. Один. Три. Один. Два. Три, три у тебя. Три. У меня два. Три. Три, два, один. Один-один у вас. Один-один. Лиза ходила раньше, распределяй. Снова. Ладно. Можешь там достать. Можешь поменять. Сейчас покажу. В общем, я первая. Ничего не поменялось. Теперь Фил будет третьим. Коля. Фил вообще должен ходить последним. Коля. Коля будет четвертым. А, я буду последним. Вот так. Денис второй. А, ну он же дальше всех победит. Чем дальше ходишь, тем лучше, как бы, ты догадываешься, да? Ну и ходи. Всех. Ладно. Я, в общем, телепортируюсь. Вот. Ты у тебя карточки есть, чтобы не тратить действия? Может, в карточках телепорт есть? Я, короче, на тебя нападаю, Коля. Зачем? Ну, там свободный храм. Зачем мне это свободный храм? Свободных. Блин, логика, конечно, жесть. Ну, двух убило сразу. Двух убило сразу. Угу. Но можно же так делать? Можно. Ну, все, мы деремся. Деритесь. Ой. Так, у нас карточки возвращаются, вот эти, которые мы... Если закончились, то да. Все, когда сыграешь, они вернутся. Хорошо. Логика. В смысле логика? Нормальная логика? Нормальная логика, я согласен. Это вкусный храм. В чем? Он обычный. Ну, обычный. Нет, он вкуснее. А почему не сюда залететь? На потому что нужно атаковать. Ей выгоднее атаковать тебя, чем... Она подает победное очко за то, что выиграет этот бой. Конечно, это игра про войну. Тебе нет смысла идти в пустой храм. Если можно прийти сюда, еще и тут нахлобучить тебя. Все, наконец-то я зато все карты скинул. Ладно, я, наверное... Все, досоветовался, теперь тебя хлобучат. Да, да. Так он не советовал, я советовал. Тут все хлопочут. Меня будет. Пока нет. Да, тебя тут да, некого, нечего хлопочить. Вот так, ладно, не буду, пусть я тут буду. Так. Вот так. И нечего. У тебя сила я получается 8. 8, у тебя... У меня 4. 4. Ты мне убила одного. Потому что у меня щит, я тебе убил двух. Точно? Вы все правильно посчитали? Да. Эти способности, смотрите. Тут у меня в бой ничего не решает.
Да. Я просто решила... Тебя нет боевых. А подожди, а при атаке я убрал двух своих. Ну да. Все, этого в жертву. В жертву одно очко маленькое. А у меня бой... А, не, знаете, ну все равно... Тебе один? У меня зачем ты его? Ну, стой. А и что, и куда он отступит? Да, его просто... что с ним делать? Да не нужен один, что ты советуешь фигню? Не, у него просто нет максимум. У него максимум. Девать их некуда. Лучше убить, чем подарить кому-то очко. Ты победное очко подаришь. Где твоя карточка? Да кажется, они... Ну да, чтобы не перепутать. У них вот здесь на портике цвет. Нужно еще и крови добавлять больше, чтобы точно убить. Да. А, ну вот. То есть не перепутай, посмотри, у тебя все зеленые должны быть. Так, это Лизы ход был. Красный. Дэн. Красный, ходи. Красный ходит. Красный молодец. Нанимай. Да, надо нанимать. Молись и нанимай. Ешь, молись, нанимай. Так. Дэн, сколько у тебя очков? Ешь, 3. 3. Всего-навсего. Все так орут, что у Дэна так много. На самом деле нет. Всего лишь 3. Так, ешь, молись, убивай. Ладно, посмотрим, что будут делать другие. Хотя... Помолись давай. Да помолись, ты все равно не хватит ни на что. Ну купи что-нибудь ненужное, синенькое. Ну тут есть еще. Молишься? Помолился. Да. Я нанимаю пацанов. Нанимаю. 5. Хорошо. Пацанов. Скорпионом. Ой, я так, я хожу. Ходи. На зверючку только в город можно это купить, да? Ну, ой, не в город, а к войску. А, в городе или Фин, к войску? Фин, зверючку. К войску или только в городе? Ты нанимаешь войско, и оно сразу становится... Зверюку. Зверюшка, она к войску цепляется. Не обязательно в городе. Обязательно в городе. Обязательно. Ну, вот это я и спрашиваю. Да. То есть, если у тебя есть войско в городе, то зверь липнет к ним. Если нет войска в городе, ты его ставишь здесь, как только появляется, оно липнет туда. Так. Липнет, да. Притягивается. Ко мне прилипла тварючка. Мне какой-то скорпион прилип. Скорпион ко мне прилип. Приходите за Красную пирамиду драться. Да, ну тут все, у него соседа есть. Соседа есть. Что ты дает? Это улучшенная карта в обороне, да? Да, это даст тебе вот такую карту, заменишь одну из своих. Это 3 в мощь армии, 3 к защите. Неплохая. Ну... Да, бери ее. Это самое бесполезное из того ряда, поэтому строить. Бери. Это да, это понятно. Строить. Бери его, да. Из этого я третий строил. Это храм. Это третий, все, бери. Фил, прости, а вот это что-то... Ну это карту поменяет. А, это только плюс 1 к защите в любом бою. Значит, смотрите, я при каждом защищенном получаешь победное очко, просто победное очко. Я покупаю... Покупаю, продаем. Ну, давай, бери. Да что угодно, у тебя столько. Покупаем, продаем. Давай вот это всем броне. Всем броню. Замечательно. Да. Это мне нравится. Угу. Плюс одна броня у него ко всем. Это я купил за 2, потому что у меня... А, мы... Давай. Мы нанимаем. 2 заплатили, 6 солдат получили. Это каждый человек? Да. Почему 6? Потому что я когда нанимаю... У него 2. Там, да, плюс 2. Ну, ты 2 заплатил, получил 4 солдата. Получил 2 4. Солдатика. И еще по 2 за каждого по плюс 2. Нет! Нет. Это за действие. Просто 2. Когда ты выполняешь, когда ты ставишь 2. Фишку, ты получаешь автоматом 2. Да. Остальных ты 4. Докупаешь. Остальные, ну еще один заплатил. 6. Какая разница. Еще один забыл, еще 2, чтобы 6 сделать. Вов, ты не понимаешь. 3 заплатил. Сколько получил? Ты принцип. 6. Да принцип пойми. Выполняя действия, ты 2 получаешь бесплатно. За остальных платишь. Чтобы тебе получить 6 чуваков, 3. Тебе надо 4 заплатить. Все, логично. Дайте ему помочь. Подожди, ты сколько что хочешь? Ты психуешь. Пятерых. Какая разница? Пятерых. Значит, 3 надо заплатить. 3 заплатить. У кого-то упала что фишка. Что за моя злости. Да, по-моему, сейчас злишься только ты. Я? Да. В смысле, он плевать. Хочет там 7 себе за одну молитву. Нет, в смысле, ну... Ходи. Решили нормально, ты начинаешь агрессировать. Лиза, давай. Я дам, да? Так. Обычно агрессивный я, а ты-то чё? Да он всегда. Ты куда лезешь? Просто он в войну не очень. Сейчас сломаю тебе очки. Понятное дело. Победные. Давайте друг об друга вот так вот. Давай, ПВП или засал? Я в ХТХ пойду на тебя. Хорошо, хорошая, нормальная тема. Куда она там? К Вове? Плюс 2. Давай загасим это. Плюс 2 ноги. Да, ну вот сюда она липнет тебе. И вот сюда. Жучара. Бзз. Прилетел. А, это, да. Она защищает рубежи. Аллариэль на минималках. Дальше кто? Я.
Я кто нанимаю. Я это кто? Это я. Я нанимаю. Мне нужно четверых. Так, у меня сколько? Шесть, правильно, четверых. Это получается остается два. Сюда четверых. Да, там красный уже такой фуфломицинус. Почему вот победач? Фил. Фуфломицинус у нас красный. Две молитвы. Угу. Другой непонятно, так, сделался молись. Это замечательно. Подожди, я же купила. Да. Я, пожалуй, этот... Апну пирамидку. Я, пожалуй, апну опять синюю не думал пирамидку. Понял. Так, давай. Это получается 4. Минус 4. Минус 4. 5. Четвертая пирамидка. Хорошо. Молодец. Дальше. Мы, да? Да. Ты, да. Мочи. Мочи коров. Ты зачем? Я уже покупал синий в этот ход. В смысле ты покупал синий в этот ход? Синий в этот ход я покупал. Зачем ты ее прокачал? Ну, дурак. Надо было вначале прокачать, потом да, покупать. Да, да, да. Логика. Или ты думал, что я тут что-то заберу? Тут они, в принципе, все нормальные. Просто пока играешь первый раз. Вован. Первый раз не это самое. Второй раз уже не надо. Не ананас. Я думаю. Первый раз не ананас. Да, ну зачем тебе думать? Делай ходы наобум, как я. Телепорт. Телепорт? Да. Ну ты объявляй хотя бы. Он молча сюда играет. Куда? Вот так? Да, сюда? Да. Во. Ладно. Два очка молитвы заплатил, да? Да. Да, сплатил. Силу называй свою. Пока 5. А, 6. Я так умру. Вот. 6. А у тебя... это использовать? Нет, свой ход. Ход игрока. В битву только может то, что помечено битвой. Да. Ладно. Мне все равно выбора мало. Карточки со способностью, где написано день. Мы играем до того, как выбрали действие или после. Неважно. В момент своего хода. Все, понял. Угу. Я протупил. Ну ладно. Ничего, мы еще отыграем. Ты все? Да, я все. Выбрала карту для сброса. Ух ты, порезали. Лиза все нормально зарезала. Ну ты проиграла при этом. Ну, да. Ладно. А ты не получаешь, ты не получишь ПО. Я не получу. Что помощи называется? Я выиграл 9. 9. У тебя... Ну, ты проиграла. Теперь урон. Здесь 5 она срезала, счета у тебя нет. Дам 2. Все ушли. Плюс 5, 8. А, у тебя здесь еще... 2 ушло. Очко ты не получаешь, у тебя никого тут не осталось. Ну, она должна отступить. Она выбирает, жертва или отступить. Да. Да. А зачем мне отступать? Но я жертва. Нет. Жертва, одна молитва. Отступишь ты, потому что я хочу. Верни сюда одно ПО. Желтый. ПО сюда. Только не мое. Временное ПО от храма. Победный. У него был храм этот. Нет, у него, это он. Так, если у меня все вот эти штучки закончились, я их возвращаю себе. Да, 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 да. Все так. Красный. А, нет, это Вова ходил. Это Вова ходил. Теперь Лиза ходит. Давай, отомсти. Я? Филу. Вот ты можешь, там где день у тебя нарисован, можешь использовать. Просто он тебя сбесил, отомсти Филу. Да? Отличный план. Да? Зеленого. Давай. А зеленого? Я просто использую эту карточку просто так. Призываешь двух пацанов. Хорошо, двух пацанов. Можешь в армию в любую другую. Хорошо. А зачем мне мстить? Не знаю. Я не знаю. Он мстюн. Просто молись тогда. В любой непонятной ситуации молись. Я лучше помолюсь, да? Вот. Все. Дэн. Я... Я уже выиграл в бой, я получил, по идее, победный. Нет, у тебя Вов, всех я говорил тысячу раз. Почему? Я же делать. Хватит, надо хотя бы, чтобы один они остался. Скользкие. Понял? И играем вот такую 5, за 5, один, да, молитву. Телепортирую всех к обелиску. Ну там будет он сидеть. Чего вы, говорит, на меня нападаете? Пусть сидит. Ну каждый ход будет платить. Покупаю красную способность. Да подожди! Куда ты спешишь? Я еще ход не делал. Да покупай красную способность, пока он не ушел. Не спеши. Да красную способность я не могу купить, поэтому я куплю синенькую способность. Плюс один в обороне. И ноль. Покупаю красную способность за один, поскольку у меня есть скидка, я беру ее бесплатно, вот эту. Теперь это будет сидеть вечно. Теперь у тебя мощь в атаке, у меня теперь плюс один еще. Нет, может, ходи. А что слоник дает? А? Черный. Да он просто плюс два. Слоник плюс один атака, плюс один броня. Ну, кстати говоря, стопе. Стопе. И плюс у меня еще плюс одна сила в защите. Ну, короче, приходи. Ладно. Зачем тебе туда? Ты не можешь другим способом получать победу. Ну, я трачу... Это вот это играю. Сейчас там драться. Трачу одну молитву. Ну почему? Нужно же разрушать... Телепортируюсь к обелиску. Сейчас не я самый сильный по победным очкам. Посмотри. У нас драка с Калином. Ну вообще-то нет, у тебя 3. Мощь мою сказать? Давай. 5.
от Скорпиона 2, 7, вот это плюс 1, 8. Мощь моя, 8, у тебя 5. А у нас есть храм. А жук твой сколько в атаку? Плюс 1 дает? В атаку плюс 2. Плюс 2, ага. И ноги. Нет. Да, он бегает быстро. Вот такие на катушек, пожалуйста. Быстро, огромные на катушек. 8. 8 на 5. Вот же, блин. Там еще бабушки. Да, блин. Эти вечно там увидел. А он больше делать ничего. Ну, битва. Ладно, просто раз я пробовала молиться. Не была. У меня 11. Вот. 8 плюс 3, 11. У тебя 8. Ну, я победил. Зарезал я тебе 2, плюс от Скорпиона 5. 2, плюс 1 и плюс 2. Ну да. 5 зарезал, у тебя там сейв был. Плюс 1? Ну да, ну, один только остался. Я так и собираюсь. 4 я тебе зарезал, да. Что с ним делаешь? Ты мне сколько зарезал? Нисколько. На карте? А, 2, ну 2. 2. Щитов у меня... Нет, один есть, то есть одного убил. Жертву. Жертвуешь, все. Я получаю еще одну. 2. Ходи, кто? Да, вот зеленый, ходи. Фил, а вторую карточку? Я сбросил. Стоп, а... А, вот он. Что-то тут у нас намешалось. Ну, что вы там совещаетесь? Короче, для меня тут уже ГГ однозначно. Меня раздолбали. Я знаю. Я знаю. Там раздолбали меня. Я это сделать. Залезли. Ну ты ходи, тем не менее. У тебя куча молитвы, можешь себе сразу новую армию призвать. А, ну, ну мне, пожалуй, придется это сделать, чтобы делать даже нечего. То есть я призываю двух пацанов. Да, понятное дело. Способность. И за молитву еще минус 3. Раз, два, три. Еще 3 пацана. Ребята, это как монополия, да? Да, именно. Тут тоже надо эти кварталы отжимать. И я использую карточку плюс 2 молитвы себе. Да, получай. Мой ход все. Синий. Вова. Давай. Прилетай. Синий Вова. Синий Вова повалил с пэтом. Вот, правильно. В любой непонятной ситуации. Надо... Молиться. Подожди, надо попробовать. Желтый. Что мне делать. Лиза. Желтый. А, не забыла думать. Да. Да ну вы чё? Ладно, ладно, ладно. Все, я молюсь, молюсь, молюсь. Ну, я тоже молюсь. 3 очка. Все такие. Ну, а потому что мне больше ничего. Замалённые. Давай. Ну а что, сражались, нужно замаливать. Давай, атакуй, змею. Как? Фил, давай. Я не могу. Не можешь? Уже не можешь, да? Синюю способность куплю. Бесплатно. У меня в защите плюс 1. Хорошо. Приходите, повоюем. Легко. Следующий, сказал заведующий, зеленый. Зеленый. Я даже не знаю, теперь попробую творючку все-таки купить. Это будет... Кто? Подожди, я уже покупал на этом ходу? Я или я не сбросил? А, не покупал, уже я покупал, апгрейдил, то есть... Ты вот эту ж купил. Да-да-да. Поэтому извиняйте, братцы, бананик нанимаю. Давай, хлопцы, да. Красную купи первого уровня, вот это классно, телепортироваться за один. Да, кстати, я бы взял. Я бы взял, но не могу. Почему не можешь? Уже покупал красную. Ага. Стесняется. И надо белую купить помолюсь. На самом деле. Хорошо. А вот это что дает? От пирамиды... Синий. А, пирамиду строить дешевле на один, но это фигня. А, синий. Ну, такой. Синий. Так, нанимать мы ничего не можем. Нас только построить или походить. Сбок направо, да? Или проапгрейдить пирамидку. Пробрыгнем беленькую пирамиду. Давай, на 2. А, Лиза. Я апгрейдил. Сколько ты заплатил? 5. 5, красавчик. О, 2. Могу? Да, все правильно. Так, раз, два. Могу себе это пробрать. Пробрыгнила, да? Да. А, я возьму себе все-таки красненькую за 1.
Чтоб на один меньше. Чтобы быстро туда, чтобы своих туда подкрепление кидать подешевле. А, я, да? Я беленькую куплю. Задолбаетесь. Вот эту. Просто. При в убийстве, короче, чувачков я буду за каждого две молитвы брать. Плачу я за это одну молитву, потому что у меня скидка. Таки-таки-таки. Ходит зеленый. Мне вообще делать даже а не знаю, нечего просто делать. Тебе вот на... Опа! Точно не могу, блин, разогнался. Я уже отписался. Блин. Даже это не может. Даже этого мне не дали. Вы нападайте на меня, давайте. Это надо. Ладно, помолимся тогда надо. Ух ты, смотри. Блин, даже не знаю. Атаковать не так. Меня? У тебя, по-моему, больше нет молитвы. Ты же потратил как. А прийти и просто бесплатно храм, да, мне религия больше не позволяет. Я вот не понимаю вашего бога. Бесплатный храм. У меня здесь... Свободная храм. У меня здесь в защите опять 8 будет. У меня почти фуловая, мне просто тупо нечего делать. В защите у меня здесь будет тоже 8. А можно правила? Ну он потом сюда зайдет и поступит меня тут еще. Вот сюда приди. В чем проблема? Телепортом за 2. У тебя денег как у дурака фантика. Мы сейчас пойду здесь тебя щемить, у меня действие все. Да. Ты получишь, ты получишь три молитвы. Да. Окей, ладно, пойдем туда. Я вот тут реально не. Была бы у меня армия, я бы тоже туда пошел. Но да. У меня нет армии. Ну, нужно, знаешь, несколько армий, да, чтобы контролить территорию. Тут как раз четко рассчитано. Одна армия у тебя 7, другая 5. Вот тебе двумя армиями. Это у тебя так рассчитано. Временно. Это мой, да. Того у меня 3. Ничего, когда человек, ты походил? Почти. Все, походил, Коля. Шипу Вова, ходи. Сломала. Вова, мочи. Вова правила читает. Ты прикололся, что ли? Да, Вова решил почитать. Давай, молись. Что ты хочешь? Что тебя интересует, я тебе скажу все. Хорошо, при захвате четверки ты получаешь победное очко или когда его удерживаешь, получаешь? Когда удерживаешь. Ты получаешь сразу временное победное очко. Временное. Когда ты перестаешь удерживать эту пирамиду, ты отдаешь его. А, это просто время. Не, я просто спрашиваю. В смысле, если ты отсюда уйдешь, потеряешь победу. Нет, в своем городе, кстати, у меня есть четверка. Я ее... Не будем даже драться. Пока ее никто не захватывает, я ее держу. Да, да, держишь. Если кто-то придет... Если четверку, получу временное. Если она его отобьет, например, если ты про это спрашиваешь, то отдашь победу. Стоило вот это искать. Ну, я люблю читать. Думаешь, я тебя обманываю? Можно почитать? Он хотел секретный план сделать. Получу 3 победы. Понятно. Помолюсь. Не победные очки, а молитвы. Ну, а три победы. Все время путаешь. Сколько у него очков, скажите мне? 2? А, все. Ты думал, что это делаешь, что ли? Все, конец хода. Верните правила. Вернул. Последовательность там. Ты до сих пор не запомнил. Очки за храмы. Вот самое нашел время посмотреть. 2. Правила. Раз, два. Мне за этот 3. Раз, два, три. Здесь Вова 2. Получил. Два храма никто не контролит. Денис, приносишь жертву? Конечно. Двух, получаешь еще одно очко. У тебя там уже 4, да? Ты еще спрашиваешь. Вот, Денис уже половину победы сделал. Молодец. Ему теперь по храмам пробежаться, всех вас нахлобучить и все. Все, день. По 2 очка. Ой, ночь. 2 очка молитвы всем. У кого ночные способности есть, применяйте. Так, она у меня. Карта 4. Божественного вмешательства. 1-1. 1-1. Тебе 2. Мне 2. Спасибо, молодец. Смена. У кого меньше всего очков? У меня одно и одно временное. У меня то же самое. Нет, говори общее количество. 2. 4, 2, у тебя 2. 2, 2, 2. Ну, Лиза опять выбирает. Ааа, какой кошмар. Ладно, я хожу первая. Да. Коля ходит второй. Прикольно. Коля второй. Третий. Фил. Потом... Денис, Вова? Вова, Дэн. Денис. Угу. Отлично. Ну, ходи. Замечательно. Так, вот это мы все убираем. Для начала мы покупаем вот эту вот штучку, которая типа... Угу. Две молитвы за убитого чела. Угу. Так, я покупаю сфинкса. Угу. И за сфинкса тебе отдается одно победное очко. Сфинкс пока у меня тут тусит, да, пока у меня отряд не появится. Да, да. И Сфинкс тусуется у тебя там в авангарде. Да. Ну вот на него прям, да. Сфинкс плюс 2 в бою дает. И все. Ну и очко. Фил. Я? Твой ход, да. Во-первых, играю вот эту карточку, беру 2 очка молитвы. Раз, два. Хорошо. И призываю войско. Окей. Пятерых пацанов. Замечательно. Дальше. Вова. А, я? Вованди.
Давай, мочи. Раз, два, три, четыре, двух. Пять. Просто так получил, пацанов. Хорошо. За карточку. За карточку. Ну и сделал вербовку. За один получил, собственно, двоих. Троих. Троих. За один ты получаешь троих. Троих. За одного плачешь, два бесплатно. И два за деньги. И два еще за деньги. Все окей. Угу. Все верно. Все, я могу ходить? Да. Беру синюю. Плачу три. И покупаю карточку, если я защитился, победный очко. Нападайте. Так, теперь сейчас. Я хожу. Да. Да? Так, да надо оттуда выбивать, это фигня какая. Угу. Получается, раз, три, трех чуваков. Это раз, два, три. Да Дэна пойдет кто-нибудь там гасить? Он зачем? Ну он победит. Ну иди. У тебя Скорпион самый мощный. А их там семеро. Мне его туда перекинуть надо еще. Беда, да? Да. Хорошо, ходи, я хожу. Я хожу, да. Я вижу, просто там слон не загораживает так. Половину. Так. Но мы... Там есть еще что купить. А дополнительный скоробей даст мне возможность еще делать действия. Да. Но... Ну, я понял. Да, это любое. Да. А, это я только что синюю купил. Не-не, все нормально. Ну, так давай. Бесплатный. Это бесплатная пирамида. А, ну, у меня все первого уровня. Ну, короче, ничего не куплю. Первый уровень весь выкупили. Либо апать пирамиду. Нет, я нанимаю пацанов. Значит, два халявных. И плачу три за пятерых. Того у меня 8. Ну и туда же сфинкса. И туда же сфинкса, правильно. И даже можно взять временное победное очко за четвертую пирамидку, которую я контролю. На. Угу. Четыре. А если три четырех ты контролишь, то получишь три победных очка. За каждые два если храма? Если у тебя четыре пирамидки четвертого уровня. Четыре очка. Временных. Да. Ну, классно. Блин. Дэна, сколько у тебя боевых этих побед? Одна красная? Одна. То есть надо, чтобы победить это Дэна, надо. два красных победных очка. После меня ты? Ходишь ты. Я хожу да, опять. Да. Слава богу. Красную способность покупаю. Вот эту фишку. Молодцы. Плачу три. Раз, два, она три. Ага, фишка у меня дополнительная. То есть, когда мы походим, ты походишь еще раз? Да, у меня будет еще один ход после вас. Классно. Классно, что ли? Во. А, ходи. А, я... Ой. Беленькую строю, вот теперь ночью будет. Все хорошо. Пирамидка лучше. Ночи... Уровень пирамиды он один качает. Да, плюс да, один каждую ночь. Качает каждую ночь. Да, все так. У меня молитва. Хорошая специальность. А ты мог ее купить, да? Да, у меня без вообще не вопрос. Все но. А. Там много. Лиза, ты... Мой ход. Короче, я убиваю одного чувака, это можно, да, у Дэна? Да, вот, конечно, там, любого. Край. Да, вот, но ты раз... платишь за это одну молитву. Ладно. И это ход был или нет? Нет, это не ход. Угу. Встречай гостей, теперь да. Я нападаю вот с этим скоробеем туда. Давай. А ты не можешь туда. А, там. А ты убрал чувака? А, да, убрал. Надо надо зайти сначала. Это телепорт. Нет, это телепорт. Вот он обелиск. А, заплати за телепорт. Две молитвы. Две молитвы. И сразу двух она убивает. И сразу двух я убиваю, потому что у меня по свойству, здесь по свойству, да. И получа... Неплохо и так Дэна разобрали. Подожди, стойте, ребят, она получает 6 молитв за 3 убитых солдат. Это в битве. Это она делает до битвы. Все, сорян. Это еще не битва. Так, вот ну, сейчас ну, этих двух, если убьет, то получит 4 молитвы. Зато у нас все культурное останется. Да, одну сбрасываешь. Ля, Дэна как разобрали, офигеть резко. Так, теперь мне главное победить, да? Да, главное победить. Можешь потерять солдат, но хотя надо, чтобы хотя бы один солдатик остался живой. Пятерых за раз сложно ему убить. Ну, вот так. Ну, с бафом могла бы не показывать. Плюс 4. Плюс 4. Так, скоробей у меня плюс 2 и ноги. А, так. Но это значит, что он может на 2 ходить. Скоробей плюс 2. У тебя здесь 5 плюс 2. 7. От карты 4, 11. 11. У тебя. У меня 2, плюс 4, 6. 6. Слон. Слон, плюс 1. 7. 7, плюс 1 сила защиты. 8. 8. Все. Ну, 11. Лиза победила. Ну, Лиза победила. Зарезала. Хорошо. При этом 3. У скоробея есть кровь? Не зарезал. Нету крови. А 3 брони у Дэна. 3. Он защитил всех. Угу, все. Но один... он должен отступить. Лиза я ей одно зарезал. Одну зарезал. У тебя есть щит? Нет. Нет, щита нету. Этот зарезанный, вот твое победное очко, и Дэн выбирает отступать. Так, это тебе в сброс. Так, за вот эту я должен заплатить одну. Раз, два. Да. Нет, сулон не считается фигуркой.
Он отдыхать ушел, да. Потом появится. А я ничего не получаю вот за убийство. Это твое? Ну вот сейчас. Вот, сколько ты убила? А никого не убила. А, да. Да никого не убила. В смысле, убила двоих же. Никого. Он же то принес. Я в жертву принес. Он их всех защитил, Коль. Это добрый убийц. Он больше тоже прощит. Да-да-да, сорян, я про щитки забыл. О, все, теперь вот, надо было думать, я следил туда. Да! Ну вот, а ты говоришь, нет смысла. Так, а потом так, я хожу. Фил, скажи, можешь сказать, потому что мощь твоих пацанов со скорпионом? Смотри, у меня в защите плюс один, а если я не уйду? Поэтому восемь. Но я уйду, если ты сюда нападешь, здесь будет восемь у меня. То есть это еще кстати, у меня же уже прибавилось. В защите плюс один, просто так. А, это в атаке плюс один. Ну вот в защите плюс один. Сам по себе плюс один. И этот плюс два. То есть у меня здесь плюс четыре, плюс четыре, восемь. Именно сила. Четыре плюс два, шесть плюс один. Восемь у меня общая боевая мощь. А 8 за что? От скорпиона 2. Да. 6. 6. Плюс 1, 7. В защите плюс 1. И... А, это, а урон. Это урон. То есть всего 7. Да, согласен. Угу. 7, да. То-то же. Хотел, то-то же. Хотел обмануть. Вот Фил. Ну приходи, давай, подеремся. Так, сколько сейчас. Сфинкс там твой? Плюс 2? Да. 7 на 7 будет, да? Ну давай, давай. Да, мне, все, ладно, мне даже это на руку. Я юзаю лапка, чтоб ничего не забыть. Пацаны пошли в атаку. Драчка. Может, драчка, это не телепорт, а может так. Собачка, это не драчка. Телепорт, они так вот, прошли, у меня три лапы. Это скидываю, эта карта идет в бой. Так. Скидываю. То есть, еще раз, Фил, у тебя без модификаторов 7 да. Мощь. 7. Скорпион 2. Так, у меня по дефолту щит 1 есть. 3, да. 3 плюс 4, 7 у меня. Вскрываем. 7 плюс 2, 9. У тебя, говори. У меня 5. Вот, плюс он накидал. 2, ну, да, ты побеждаешь. 7, 8, 9, 13. Защитил я двух. Ты, ну, то есть ты никого не зарезал. Никого не зарезал, но ты отступаешь. Двух я защитил, я в жертву их приношу. А, четверых порезал. Ага, ну все. Раз, два, три, четыре. И скорпион нет. Вот к этим пацанам. Победное пришел. Очко. Да, тебе постоянно вот эту очко подержи. Все, вот, хорошо. А, теперь двигается с мертвой точки, уже радует меня. А то я вообще... Ну, победное очко сейчас получишь. В отсосах был каких-то, блин. Ну-ну. А после меня... Фил. Я. Сейчас ответочка. Давай. Не будет факт. Такой... Я чтоб тебя никого не убил. Никого не убил. Идите деревенскую. Ну, давай. Я вот думаю. И надумал, что... Проще всего. Вот соперника надо думать. Да, вот сидят, вот это не думают. Ты ситуацию видишь, что она только что изменилась вообще? Я не вижу ничего. Ну вот потому что мы видим только в своем городе. Ты очко протри. Подождите, сейчас я протру. Ну давай пойдем, на самом деле мы, да. Ты же самые мощные свои все поскидывал, поэтому у меня со скорпионом ходим на два вот сюда. Я протер. Возраточка, давай. Камбэк? Да. По-моему, он... А кстати, если я контролю 6 4 этих пирамид, я сразу могу выиграть? Да? Клёво. Вова, ты уже одно и то же спрашиваешь, я постарайся! Нет, ну мало ли, там можно быть указано, что красный... 6-4, что красный пирамид... Я со скорпионом тоже 7, может да, может быть, в правилах указано. Нет, сейчас у меня сила как раз таки 8. 5, скорпион в атаке, ну вообще плюс 2. 7. И вот это в атаке 8. 8. Ну, у тебя еще модификаторы там были. Лиза тогда одна пытается меня то. Фин всех подбил, короче, чтобы меня туда выжили. А сам там за свое дерется. Ты видишь, у меня какой сосед агрессивный оказался. Приехал тут со своим сфинксом. Сейчас мы вот так. Да он просто хотел там поскидать памятник. Конечно, зачем? А ты хочешь сказать, что нормально было, чтобы ты за каждый ход получаешь победное очко? Конечно, ненормально. Меня это вообще устраивало полностью. Ну это тут временная за храм, кстати, у тебя за храм время. Вообще неадекватные выстрелы, что ли? Ну 3 на 2. Значит, у меня 5, за то, что в обороне 6, а, нет, вру, 5. Коляна, у меня 12.
Ну да, тут без вариков. Победа моя, посчитаем, сколько я тебя зарезал. Никого, один... у меня щит вечный. Да нет, смотри. А скорпион? Один, а... скорпион плюс два, и плюс вот здесь плюс три, плюс один. Это четыре. Четыре. У тебя щитов сколько? Вот здесь два. Щитов у меня три. Одного я тебе зарезал. Я же сразу и сказал. Одного. Ты сказал никого. Я зато карты все вернул. Победное очко получил. Ты приносишь жертву, да? Зачем? Пацанов. Отступай. Да, конечно, конечно. А ты их отступишь, да? Да. Да, отступай. Ты их отступишь. Отступи. Ну, пошел сюда. Отступись от короля. Сейчас просто еще раз к тебе приду, еще раз тебя нахлобучу. Да, да, это будет еще проще. А ты хочешь? Так, все, верну же. Так, победное очко я взял. Все? Мы? Давай, мочи. А мы так и не подумали, что делать. Почему? Это в ночью. А это ночью. Вот это да. Вот это вот косяк, это Вова. Поворот. Вован, от тебя не ожидал. Вообще. Блин. Как человек, который всегда знает, что делать. А Вова всех... О, ему на Ой, тогда помолимся. У меня 5. У него 5 победных очков. Да. У Дениса 25. Денис виноват во всем. А у Фила 5. Да, ну у тебя сколько? 4? 4. Всего лишь 4? У меня 2 временных, таких 3 всего. Ночью. Вот так сделаем. Через 2. Правда. Нам все равно нужна молитва. Да ну хорош, народ! Давайте. Что, мы общаемся. Динамичней, давай, давай. Я уже походил, чё? В смысле? Ну, а ты нам сказал? Сказал, я походил. Нет, а что ты сделал? Я сказал, помолился. Я тоже помолился. Садись два. Я тоже помолился. Так, я, наверное, тоже помолюсь. Помолились. Так, мне теперь думать. Там... Началось. Мне теперь думать, говорит. Ты до этого о чем думал? В смысле, решить, это такое не такое. Но у него еще у тебя обновленная колода. Жмалять. А, у него полностью колода. Да, фуловая. Текай с городу! Текайте, хлопцы. У меня две лапки есть, да? Даже три со сфинксом. Ну мы свалим отсюда. Три? Да. Ты мог прибежать на мою пирамиду красную. Да. А ну тебе надо? А, нет, две лапы всего лишь. Смотри. Две. Раз, два. Ну вот, я так и получаешь второй храм. Да, я так и делаю. Тринадцатый. Все, мой ход. А теперь смотри, как мы делаем, Колян. Раз, а, там три надо. Посмотри, как мы делаем, Колян. Ну-ну. Блин! А что ты думаешь, ладно, выиграть ладно. Хочешь? Нет, тебе не дадим. О! А мы зайдем к тебе за пирамидой. Да, держи. Вообще, пофиг. Хорошо. У него 6. Зацепляю долго. А, здесь? А, очков 6, да. У него 6. Угу. Поэтому я бы поднапряг. Претендент номер 1 на победу. Следующий ходите. Хорошо. Я за красненькую раз, два взял 3 силы, 3 обороны. Карту. Где она вот эта? Ага, дайте ему. Дай мне 3 силы, 3 обороны. Это что такое? Это суперкарта. А, карту говорю, и вместо какой-нибудь. Ты одну удаляешь. Стойте, нет, подождите, ребят, все это... Правильно. Нет, 3 силы, 3 атаки. Извините, да, я это красная. Да-да-да-да, именно так. Все, да, красавчик. Так, Вова походил, теперь ходит Денис. Он делает найм. Вот так, у меня 7, я хочу купить 6, пацаны. А это может, что там пока? 6. Бабах! Чисто такие... Быщ! Лиза! Я сейчас уйду. А ты откуда? Все, я ухожу сразу. А ты не можешь просто так уйти оттуда? Телепортом. Только телепортом. Это остров, видишь, в дельте Нила нету никаких. А вот там переход есть вообще. Ну, в смысле, он вот сюда, она вот сюда может. Сюда можно. А если две лапки, то вообще... То вот сюда. То вообще вот сюда, ничего себе. Вообще нормально. Ну давай, давай. Не хочешь давать мне победное очко за победу над тобой? Ну ладно. А ты что хочешь, не пасть? Естественно. Конечно, я хочу напасть. Это моя территория, моя корова, нет, я ее даю. Куда вы лезете вообще? Смотри, если ты сейчас уходишь, у меня будет плюс одно победное очко. Если ты сейчас не уйдешь, я тебя все равно выиграю. И у меня будет плюс два. А потом плюс два, да. Поэтому... А вообще, как ты... Не сдавайся. А подожди, он не победит, скорее всего. Потому что, во-первых, у него 7 чуваков, у меня там всего будет 5. Значит, мне нужно докидывать много.
Да победит он там. У тебя сила шестая будет по умолчанию. Ну, Дэна... Там слоник. Дэна там будет 10 по умолчанию. Дэна 8, по-моему. 7, там 6 чуваков. А слон? А, я купил 6, извиняюсь, я выслал. У этого скороходика две лапки, значит, я в храм тут иду. Ну да. Соседний. Все, вот, это правильный вариант. Держи. Я как бы, видишь... Контроль у меня 4. Туда надо вернуть же победную очку. Куда? Это не храм. А, здесь нету победных очков. Кто ходит? Зеленый. Коля. Зеленый Коля. Коля у нас, сейчас давай. Я думаю, туда вернется, я его потом. Давай, да давай. Не говори, ты чё? Ты чё, планы свои выдаю? Купи что-нибудь, не нужно, это красненькое. Колян, давай. А что? Ты можешь всех сейчас нанять и вот здесь со мной замахаться. Кого всех? Трех пацанов, что ли? Чтобы тебе еще одна очка победы дать? Нет, это будет у меня оборона. Все, уже это последний ход. Чего у него нет? А лапка стоила единичку. Нет, у меня-то вот еще есть. Лапка стоила что-то? А? Ну, у тебя ладно. Сейчас еще. Подожди, у тебя ты должна была... Лапку одну, да? Когда нет. Да. Нет. Если нанимаешь, то да. Ты же ушла. Ты же просто походила, да, значит, да, ничего да. не надо. Не, не, не. А у тебя вообще должен был быть последний что-то ход. Апнес пирамиду или что-то. У нее не закончился последний ход. Нет, вот пятая сейчас она ходит, вот это последний. Да. Но нет, пятая, у тебя должны быть все пять уже стоять. Да? Да. Вспоминай, что ты делал. Да, должна стоять пять, но я тоже последний. Это бывает, ты забываешь и не ставишь. Ты забыла где-то поставить фишку. Где-то короче, я апну белую пирамидку до трех. У тебя всегда должно быть пять уже. О, давай, мне как раз нужна. А ты тут перестанешь контролировать. Скорее всего, лапка. Вон тут сейчас свою микрофон. Потому что ты телепортом вот конечно. Вот эту я а тут нет. Они в моем городе. И что? Ну, ты их не лапок всего две. Нет. Одну ты сейчас, и вторую ты ко мне телепортнул. Просто интересно, вопрос контроля. Да, кстати, нужны войска для контроля пирамиды в своем городе или нет? Нет, не нужны. Вы что, это же мой город. Да. А если там враг? Вот если враг, тогда... Если враг, тогда ты не контролируешь. Это ж твой город, ты что? Это мои люди. Да, там жители его. Ну кто ходит? Даже если так, я могу просто выполнить действие вербовки и по одному сюда расставить. Все, забей, ходи. Я пользуюсь вот этой пирамидой. Давай, пользуйся. Покупаю себе еще одну фишку. Хорошо. За три. Раз, два, три. Оп. А, нет, нет, я покупаю, сорян, я вот эту покупаю. Ей я могу только перемещаться, это золотая фишка, либо... Но в этом ходу ты уже не сможешь ничего с ней сделать. Смогу. Нет. Смогу. Она выставляется вот сюда, золотая фишка, и дает мне вот это. Но ты поюзал-то, значит, не сможешь. Да сможешь. Она как доп. Это доп. А, то есть доп еще 30. Раз? Это дополнительная ячейка. Она выставляется вот сюда и дает мне вот эти возможности. Я следующий, да? Ну да, да. Ну это ничего не повлияло. Ой, мозги не делайте. Да ладно. Вот теперь плюс 2 обороны, плюс 2 это. Я купил синенькую. О, было прям вообще фул просто. Просто заапгрейдился. Ну и, естественно, вот так. Я могу, я могу за единичку, поэтому да. один максимум заплатил 5. И пришел. Или за отряд не максимум 5. Можно отряд 5. Разделять можно. Все, разделять ход закончился. Можно. Погнали. А, у тебя еще одна фишка. Да. Две даже. Две фишки еще у Фила. Давай. Мы можем, кстати, внезапно зайти сейчас куда-нибудь. Да, да, телепортнуться от пирамиды. Так ты не ту мне дал. Это передвижение, нужно на ту нижнюю дать. Вот. Да. Вот это дай. Ну, да. А это на третий уровень положить. Да, ну, третий, вот третий. Не, давайте этой мы помолимся. Подожди, нет. Раз, два. Правильно. Нет, это ты заменяешь на это. Да. Чудо. Да, да, вот да. Это. Она третьего уровня. Она второго. Нет, это ты. Оборонительная тактика. Второго уровня она. Да, да. А может спутано что-то? А это третье, ты указываешь. Да. Да, я затупил. Все. Перемещение либо вербовка. Ну мы вербанем. Вербани. Пятерых. Хорошо. Это логичный ход. Больше ни у кого добавить фишки? Нет, нет. И еще одну свою фишку. А все, он помолился и завербовал. Я помолился и завербовал. Все, красав. Еще одну армию себе. Все. Теперь поехали храмы. Вот этот храм. Мочишь, пацана? Да. Тебе, ну и если замочишь, тебе даст 5. Мочу. Замочила пацана, 5 получи, не забывай. Дальше поехали. Здесь Коля, 6. 6. 5, раз, 2, 3, Вова 2. 5, Вова 2. Коля за получает одно постоянное очко за храм. Постоянное очко. Сколько у него? 6, смотрите уже. Как и у меня. Ну ух, у него, у тебя красное. Зато Денис виноват во всем, да. Я мочу двоих, получаю одно. И сейчас победит. Сколько у него? У меня 5. 5. Почему? Да так вышло, что 5. Ему две пирамиды. А вот эти временные? Всего лишь навсего. Временные. Это временные. Верни мне. А временные за что? За контроль храма. Я понимал, за контроль храма. Ничего по ним. А значит, мне теперь... Как бы...
Все, по храмам все, за ночь теперь. Теперь поехали за ночь. Я получаю 4 и 2. Так, вот эти уже надо помочь. Ночные способности у кого? Сработало. Что? Апгрейднул. Ну, хорошо. Апгрейднул, молодец. На 2, да. И у тебя пирамида 4 уровня стала. Да. А, она и была у тебя. Нет, вот 3. Стала? 4. Держи. Угу, у меня есть фигня. Вот, вот. А у тебя есть уровень за пирамиду вот здесь одно? Нет, нету. Нету. О. Держи. А у тебя должно быть 2. У меня 2 за пирамиды. Вот, так, итого у меня 6, да. И Денис во всем виноват. Да понятное дело. Денис во всем виноват. Так, карты поехали. Я взял 2 себе. Я одну. Да? Карты. А, да. Тебе одну? Да. Не смог бы и раздать вообще-то. Тебе, тебе. Мог бы, но что-то он этого не делал. Не царское это дело. Так, у кого меньше очков-то? У меня 3. 3? Распределяй. Вова, распределяй нас. Я буду первым. Окей. Вова... Сделай синий. Меня красивым. Вова синий. А, сорян. Да, я немного другого цвета. Дальше. Денис. Коля. Лиза. Ну, догадайся, кто последний. Давайте. Это даже лучше. Беленькое строительство. 4 заплатил. Жреца мне. Мумия жреца. Мумия жрец. Мумия жрец. Мумия жрец. Мумия жрец. А у нас сокол один остался. Мумия жрец. Феникс. Феникс. Он какого цвета? Красный. Красный. За 4. Красный за 4. С открытыми вратами. Дэн? Дэн. Дэн Дигидэн. Так. Да полный Дигидэн. Полный Дигидэн. Дэн тот еще Дигидэн. Я купил синюю за 3 победную очку. Я молился за тебя. Теперь я. Вот победное очко. Блин, а пацанов-то всего 3. Где лежит? А уходить с храма. Фил, у тебя 3, 6. У меня тоже 6, но 2 временно. Ну, блин, призвать пацанов, значит, он их тут убьет сразу же. Не бойся, если он туда упадет, он тоже их убьет. То есть, по-любому, надо выбивать этого скорпиона из хатки. А у меня нет возможности. Только этим сфинксом объединяться. У меня не колода беспонтовая, у меня нет нормальной драки. У меня не колода беспонтовая. У меня колода не беспонтовая. Вот написано, пока вашу пирамиду удерживает противник, вам недоступно ее преимущество. Это подразумевает, mm-hmm. что если mm-hmm. оно не удерживается yeah. противником, то твоя пирамида тебе по-любому приносит свои плюшки. Да, да, да. Все, вот, да, логично. Логично. Это что, у каждого по 3? У каждого по 3. Городов 5. Красненькая, синенькая и беленькая. Кто-то максимально... Ну, коля! Не, нет, подождите, я просто думаю насчет таки. Максимально... Нет, мы ездим, не, ребят, здесь надо... Тут ну надо давай, подумать. Ты что хочешь? Максимальная карта атаки это 3. 3. 3 мяча, да? Да. 3 мяча, может 4 быть. 4 мяча есть. То есть, Фил, а, есть 4. Дефолту... 4, 4, 1, да. 7, 8. 8 плюс 4, 12. Плюс я могу еще там что-нибудь такие. Ты победную очку купил? Ты об этом не знаешь. 12, да. Хочешь меня выщемить отсюда? Я с удовольствием отсюда уйду, нападай. Ну а мне без вариков. И что делать, я не знаю. Что они, ну просто помолись. Они его построй. Шею его. А вы знаете, что сделаю? Три я белые. За белую пирамидку покупаю вот эту вот тему. Довольно поздно. Что ну, дает? А, на выбор. А, 5 карт. Ну это под. Не сейчас, это ночью. Ночью. Это ночь. Это 5 карт. Прям совсем. Будешь можно выбирать. Ну да. Сейчас. Все, следующий. 1-2 хода и все. Лиза. У кого-то будет 8. Так. Денис, ты меня будешь бить? Тебя? Да. Конечно. Я уверен, что он будет бить, просто потому что ему... Другим войском. То есть. Еще а, у него мало побед. У меня нет войск. Чем я тебя буду бить? Чем у тебя войск? Пальцем? Тык-тык-тык-тык. А у тебя там сколько лапок? Ты до меня можешь добраться? Где? Да. Вот там. Там. Отсюда? Да. Да, есть 2 лапки. Да. А я не буду. Если сколько это? Птичка зачем? Плюс 2? Скажи мне, зачем? Лиз, птичка покупай, плюс 2 и плюс 1. Отлично. Покупай птичку. Да, мне нужна эта птичка. Мне нужно второе существо для, моей, для моей армии. Нет, я уже этого и купил жить. Она не нужна, потому что не нужна. Ну, то есть еще одна боевую карту ночью дает, так что, ну, тоже имеет смысл. Ну, чё? Ладно, 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 сейчас.
Нет, молиться мне нельзя больше. Коля подсказывает по максимуму, главное, чтобы от себя отвести. Хватит молиться. Молодец. Причем тут от себя? Я говорю, что ей нужна птица, потому что у меня армия сейчас ни о чем. Нижняя, да. У нее жук. У меня армия ни о чем. Нет, вот это. Медвежок. Вот сюда вот поставить это, птицу, да. И будет нормальная, будет нормальная двигательная армия. И что мне эта птица даст? Плюс одну лапу, плюс две атаки и возможность, заходить в города. То есть чужие пирамиды. То есть ты зашла вот в эту область и сразу можешь и в город к ним. Постукала и отжала пирамиду. Да, кстати, вот, отжала пирамиду. Забирай, пока она есть. Да? Кстати, тем более с таким. Сейчас пирамида отжимает норм. У тебя 6. Смотри, тебе нужно 2 всего. Ты реально вот бери птицу. Это... Берешь птицу, захватываешь эту пирамиду, это одно победное очко. А можно Филову захватить пирамиду. Можно Филову захватить. Можно телепортнуться и сразу там взял. Да мне не нужна эта птица, ну ладно, пусть. Ну, короче, все говорят, тебе нужна птица, но тебе не нужна птица. Да не бери, не надо. Я возьму эту птицу. На. Вы все успокоились? Вот. Просто я на нее очень сильно засматривался. Ну вот да, потому что... Ну... Я говорю, что не нужно. Больше существ нет. Да. Слава богу. Да. Вы просто не знаете, какие у меня карты. Да, хорошо. Да. Следующий. Следующий! А, я кто? Уже. Ты, ну, да. Ты, да. Давай, следующий. Нельзя было, нельзя да. было. Ты просто это прогнулась под изменчивый да. А вот теперь, Колян, от твоей пирамиды мы телепортнемся. Ага. Ну да, сюда, конечно. За две? За две. Угу. А я же заплатил, да? Нет? Нет. А, ну нормально, если он тут отхватит, он туда второе войско поставит, у него будет одно победное, у него уже 6. Погнали. А за пирамиду отдай ему победное очко. 8-4. Куда? Куда? Что ты делаешь? Другое. А. Не тупи. Четверку перестал контролировать. И это ему тоже отдай. И это его пока. Она пока его, да. 8-4, погнали. Вот хитрый. Почему на 4? На 5. Отдай, говорит, ему, взял, у него забрал. Хорош. А чего у тебя тут 5? 5 пацанов. Да. А, 5. Так, так пофиг. Отдай ему. Да, за 40. Так. Почему 5? Да, почему у тебя тут мало? А потому что ты меня все щемят, ну, ты не дают играть. Все говорят, это наши храмы, иди в... Опа, и все такое. Сейчас, сейчас. Максимум кого-то смотри, нарезать. Смотри, сейчас она будет щемить тебя. Да не будет. Это я сброс. Уверен, что не будет. Все, да. Это а, сброс, это должен ко мне телепортнять. Плюс 4. Ну, такое. Вот, ну, я пытался. Как, зачем биться с тем, кто это? Ну, у тебя 5 может, плюс 4, 9, у меня 8 плюс 4, 12. Чё ты мне зарезал? Ничего. Да его прям. А, зарезал почему? Тебе? Зарезал. Двух. Двух? Щитов у меня нет. Ты мне зарезал... Ну, у меня скорпиона плюс 2, здесь плюс 1. Трёх зарезал. Эти... А вот... Теперь не знаю даже. Шок-контент. Ладно, пусть уже. Ну мне не предел. А ну и что, один я так, победный очко получаю. Выиграет. Все, у да. него там бесплатное движение за золото. Все, отъехали, пацаны. Отъехали, пацаны. Да. Этих мы. Держи. Сейчас же кто-то прилетит сюда. Серьезно? В жертву. Верни победное очко туда. А, тогда победное очко на храм. Да, на храм. На храм. Раз, два, и вот три. На тот положите, пожалуйста. И на тот положите. Да, там нет никого. Это моя с этого. Сюда. Это с пирамидки. Меня что ли? Ну да. Вот Фил. Бля, как раскулачили его быстро. Вообще. Минус 2 сразу. Ну давайте, чё. Так, ходит сейчас синий. Я хожу. И я... И ты не думал? Молюсь. Вот, подумал, помолился. Я тоже самое, молюсь. Хорошо. У меня всё просто. Так, ребятки, я апаю пирамиду до 4 уровня белую. Это то есть 4 очка. Да? Итого, что я туплю, здесь остается 2, 3, 4. Вообще не знаю, что тут 4. И, пожалуйста, еще одно очко пирамидки. Я. Мой ход же, да? Да. Я покупаю победное очко. Молодец. Кстати. Молодец, молодец, постоянно. Они все купили, кроме белого. Белое очко стало. Держи. У кого я белый третий уровень? Фил ходил. А у меня четвертый. Чё, я уже? О, покупай. Ну, Лиза, если походила... А, стой, подожди, почему... Почему Лиза парни, ходила? Вы это... А, стой. Правильно, я... А, Лиза, они же там молились. Да, вы помолились, но очень быстро. Твой ход, давай. Ну, окей. Еще раз идем. Две молитвы. Приезжаем вот сюда. Да вот и заманал-то. Ну, он этими победами хочет. Вот заманал. За этого. Да. Просто набрать победу. А, зато у меня за войну. Фул этот. Фул. Покрас. Фул сет. Да, да. А, кстати, Фил, да. Миньки будешь красить? Да. В египетском стиле. Да. Конечно. Песочек там на подставочке. Писсуарчик.
Тоже можно его покрасить, если не было писсуара в Египте. А больше 10 чего? 8 фил, да, у тебя? Да. Да, больше. Это очень грустно. 12. Или улица просто вышла. Еще это, наверное, подложил, да, туда какой-то срать? Не знаю. В смысле, 10 типа? Как? А щиты есть у тебя? 12 чего? Щитов нет. Да, и можно набирать 12? Ну, 12, да. Так, а я не сбросил, да, надо что-то сбросить. Это никакая плюшка не нужна для этого? В пирамиде сверху. Просто там потратил, поставил, просто резервуар. Минки качаются. Ну чё? Сейчас брошу, подожди. Режь все! Режь там! А я приду и помогу. Давай, я сейчас. Погнали? Да, погнали. Там на этот. Ну, метро. Значит, у меня. О, четверочку кинул. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, у меня 11. 8 плюс 3. 11. Эх. А что, скорпион 3 дает? Нет. Ну смотри, в атаке у меня, в атаке. А ты опять вот это считаешь за это? Да нет, смотри, скорпион плюс 2. Ага. Это плюс 1, вот 3. Это всегда плюс в атаке 1. 3, плюс 5, 8, плюс 3, 11. Да, все верно. Все. Я тебе, смотри, зарезал. Вопроса больше не имею. Здесь 1, со скорпиона 2, это 3. За эту одну молитву заплатил. 4 я тебе зарезал. Ой, 5. Щит, 4. Четверых сильно помогло? Укокошил. Ну, да. Ушло. Я победное очко взял. Что будешь делать? Ты мне сколько убил? Маньяк, убийца. Один. Один я защитил. Все. Еще и нульцевая армия. Гребаная единичка. Чего выиграет? Да я ладно. Надо щемить его. Щемите. Победное очко с храма 6. Отдай. У Фил уже все. У меня 7. Уже ему одно очко, и он победил. Надо его выбивать. Его. 7 у меня. С храма надо его убивать. Все приходится делать мне, да? Да, Вова, давай, спасай мир. Телепорт. Движение. А знаете... Ну ладно, да. А, знаем. Уже все. А, знаем. Не успел. Не успел, так и позвонил. Сколько у тебя можешь, говори? В защите у меня тоже плюс один. Ну, у меня тоже плюс один в атаке. А, у меня тоже в атаке плюс один. 8. 8. 5, да, 8, да. И у него 8. А у тебя 8. Там 2. Да, 8. Да, 8. 8. У кого? Он только один храм контролирует. Ты звонил? Ничего, он крутой. Вторая за пирамидку. 4 уровня. Пирамида. Вот у меня пирамида 4 уровня. А, все, это за свои. Ну что, Вован, давай. Тут все просто на самом деле. Двух защитил. Один. Всех защитил. 8, 10, 12. Ну я не стал даже, тут у меня 10, я... Ты побеждаешь, я защитил всех. Да. Отступаешь? Нет, конечно, я их всех жертву приношу. Ну, мне победная очка, да? Подожди, у тебя скорпион на сколько жалит? На 2? А, скорпион на 2 и плюс 1 за мое свойство. 3. На 3. А ты защитил двоих. Двоих срезал. Эти все пошли сюда. А вот сейчас заканчивается, кстати, фаза или нет? Фаза дня заканчивается после того, как все походят. Все походят. А нет, вот сейчас, если я хочу сыграть карту. Играй. Боевую я могу? Да. Боевую она еще заканчивается игра? Нет. Ты должен ее подкладывать под свою. Если не боевая, может, вмешательство можно. Город, да. Город, да, город, да. Ну, я этих двух назад. На. Отлично. Хорош. За победу. Все, окей. Да сюда, вот четвером будут там писать. Так, кто у нас? Да, после Вовы Красный не, Денис. Там не могут. Дэн. Красный Денис. Красный Денис. И Вове надо временное победное очко. У меня все просто. А, и временное от меня он отжал, да. Держи. Бросил. У меня все просто. Сколько у него там? 5? Да. 5. Ты походил, Дэн, да? Помолился? Да, помолился. Так, а у меня 6 стало теперь из-за него. У меня все... Изи-бри. Так, и 5 же я себе... После меня еще Лиза и Фил, блин. 6, да? Да? Только нанимать тут. Ну это понятно, но... В любом случае придут бить меня. Ладно, конечно, я Сфинкс, мы нанимаем. Двое бесплатных пацанов. Идут сюда. И до фула нанимаем еще раз, два, три. Ну и все. Подожди, это был первый ход? Не, это уже... Ну, это второй, да? Да, ты просто следующий ход, да. Второй. Теперь ты, Лиза. Ну, вот, я... вообще ты третий. Угу. Так. Это вообще третий ход. А у меня почему-то два отмечены. У Лизы опять... лапы. Нет, я там не нападал. Да вы заколебали, да вы нет, все правильно. Я начал... А, ну да, мой третий, а почему у меня два? Второй начинается, когда у меня... И у Фила два. Вот у меня три лежат тоже. Вы чем занимаетесь? Вы опять эти... Вы не пробовали ложить фишечки?
Нет, я дважды ходил. Я тоже нормально. Фила нормально. У нее опять недостача. Я купила вот эту птицу. И у тебя тоже еще одна недостача. Да. Наверное, молилась. Молилась ты. На ночь Дездемона. Аня, наверное... Нет, пирамиду я не апал в этом ходу. У тебя три стоит. Ты, да, у тебя и должно стоять три. У тебя должно быть три. У меня две стоит, ребята. А должно быть две, а должно быть три. Войско нанимал. Нанимал. Способность покупал. Покупал. Ходил, нет? Нет. Я не нападал. Или нападал. А, нападал, наверное, нападал. Да. Так, короче, я убиваю одного чувачка. В нем вот это свойство, вот этого. Кто убил? Хорошо. Теперь я нападаю. Это лапка, правильно? Вот лапка. Вот эти чуваки сюда идут. Телепортом. Телепортом, да. Тогда плати за телепорт. Вот телепорт, заплатила. Угу. Они умерли. Так. Ты ничего не выиграла. Тихо. Стоять. А их при нападении они умрут от лучников. Да. А, победы не было. Они умерли от лучников. А. Почему? Да, боя не случилось. Боя не было. Боя не было. Да, ты ничего не получишь. Ну, да. Забирай. Временная захрана. Вова, клади их обратно, тогда просто сюда. Просто сюда телепорт. Хорошо. Давай. Просто вот так делаю. И никто никому ничего. Вернулись втроем. И значит, я потратила лапку и... Тогда дай мне подарочку назад. Да, ему подарочку. А за этот храм... И за это себе возьми. Все, вот это будет вот так. Раз она не знала, что такая тема. Да, там... Все окей. Там же что-то... Чёрткий вординг. Чёрткий вординг. А подожди, у него же там три чувака, я убиваю только... Ты убиваешь картой. Двух. А потом сражались. Ты картой у меня убила. Ага. Да, ты карты... Но карта уже... Все. Она хочет карту отменить. Да. Если отменяешь карту... Да. Подожди, карту отменить? Да. Не, ну... Не, ну смотри, нет, на самом деле... Это как Вова. Да, это я... Ты не лезь. Не лезь. Почему не лезь? Потому что эта ситуация касается ее и Вовы. Все, пусть будет так, пусть будет так. Это банальная логика. Нет, все, это мы не расчет. Вы просто... Все? Мы переиграем. Все, ходи. Вы издеваетесь? А что? Нанимаю войско. Молодец! Красавчик. Заплати. 5. Молодец. Ну все, кто все. Следующий? Ты. Нет, Вова. Я. Всего лишь на. Я. Давай. Помолился. Я молился на тебя. Ходи. Най. Четверых. Ну, а, ну, слоник уже есть. Нельзя не у слоника. Троих. Это на один дешевый телепортер. Да, замечательно, троих. Все, нанял. Зеленый. Дальше. Не знаю, зачем я это сделал, нет? Пирамиду апаю. А, не хватит. Победные. Покупай победное очко. Вот, когда? Вы забыл. А, но... стой. Белый. А на что я белый потратил в этом ходу? Ни хрена не помню. Ну ладно. Ну ты можешь ее купить. Вот. Вот это ты купил. А у тебя занят. Да, лучше бы ты победное очко купил, а не 5К. Глупый. Это была бы сейчас победа. Да ладно? Да. А сколько бы... у тебя? Ладно, все забейте. У него план. 4-6. Там была бы комба четкая, но, увы, ее не будет. Молюсь. Вот, правильно. В любой непонятной ситуации молюсь. Помолись. Блин, ну это вообще, конечно, беда. Ладненько. Протупили. Подожди. Да. Ладно, я просто призову... Подожди, подумай. Может быть, есть шанс покупить 8 очко и выиграть? Хорошо, подумай. У нее 7, да? Ой-ой-ой. Да. У нее 7. Ты сейчас способ выиграть. Очко одно забираешь и побеждаешь. Да. Заходить в любую из этих пирамидок. Но она же тогда оставит эту. И да, что? Она и получит друг... победное очко за это. А вон то, и за надо еще продержаться до конца дня. Да. А то это уже последний ход. А, ну ты там можешь. Только ты можешь прийти. Да, только ты можешь прийти. А у нас у всех остальных последний ход осталось. 7. Никто больше не может прийти, кроме меня. Зачем? Приходи сюда, в пирамиду. Ты делаешь ход. Раз, два, у тебя открытые ворота, и в любую из них становишься. Одного здесь оставь, остальных иди. Остальными приходи. И все.
Ну Фил там потом отожмет у тебя это. Подождите, стойте, не, а подожди. Игра не с... вопрос, сразу игра заканчивается нет. или нет? Нет, а, в конце тогда, дня. Тогда конце фазы потом дня. Здесь, даже если она одного оставит, Фил сюда придет, это будет ему халявная победа. За храм и за победу. Нет, два очка. Делаем, два очка. Что? Она вот на этой фазе может их распределить. Сюда двух, сюда трех. Да нет. Там один! Она за это не получит победных очков. Делай, что хочешь, что хочешь. Я просто один. Только 8 очков, тогда победа. Если не так, то, конечно, да, надо думать. Она сейчас сделает себе 8 очков, но у нее Фил их элементарно заберет. Ну да. И он тогда выиграет. Поэтому. Да. Но у Фила лапы кончились. Я бы на ее месте посидел бы. Просто сейчас Фил, я не знаю, возьмет. У меня есть просто вот эта фишка, которая мне одну лапу дает. Да. Да, и ставь на четвертую пирамиду, вот. Охраняй. Почему у тебя 3? У тебя должно быть 4 стоять. Он все равно здесь выбьет, но так вы подарите ему победное очко за бой. Не может быть. В смысле, не может. Я дважды ходил. Нет. И нанимал. Сейчас пятый ход идет. У него две фишки лишние. Я понимаю, у него три всего стоит, а должно 4 стоять. Да, должно 4 стоять. Серьезно? Я последний хожу, вы издеваетесь? Сейчас уже пятый. Пятый ход начался. Мы сейчас выкладываем уже пятую фишку. Да. А у тебя до сих пор... Я дважды ходил и нанимал. Что-то ты еще делал. Что-то делал. Нет. Да вы издеваетесь. Ну серьезно, нет, сейчас идет пятый ход. Серьезно, сейчас... все сейчас выкладывают уже по пятой. Все правильно, все правильно. Ну что ты сейчас делаешь? У меня так пятая еще есть. Да. У меня есть пятая. У меня есть пятая. У тебя есть пятая. Дэн, ты не кипишуй. Нормально все. У меня просто это еще четвертый не закончился. Все, ништяк. Все, сорян. Больная голова. Больная голова, да, другим покой не дает. Ладно, все, я покупаю чувачков. Ты серьезно? Ну давай. Под конец просто уже это, знаешь, интрига нагнетается и уже аж переживаешь. Привет. Он просто их зарежет и все. Кто? Кто? Ну он. Тут, туда ж не просто так. Ты не телепортнёшься. Как бы у меня три дороги. Я телепортнусь сюда. Как? Ну первым делом я телепортнусь сюда. И у меня раз-два. Ну давай, твой ход как раз. Скорпиона. Ну и ходи. Вот и ходи, давай. Фига себе чуваков взять одно очко, одно за пирамиду. И... Ну вы меня еще выбьете оттуда. Я уверен. Факт. Нет, я помолюсь. Я подожду. Хорошо. Ну тем более я не могу, у меня нет очков молитвы. Да. Ходите. Вова, давай, решай судьбу этой партии. А что судьбу? Я тут не могу ее решить, на самом деле. Я в любом случае выиграю. Меня сейчас он отсюда выиграет. Выбьет, он, оттуда ему выбьет. Проще вот здесь выбить его и получить за победу и за два храма. У меня, кстати, у меня все карты вернулись. Ну, да. У меня практически тоже. Ты выигрывай, тут ничего не сделаешь. Давай. Тут хоть круть, верть, хоть верть круть, реально. Что же это? Мягкотелые. Давайте да. уже! Кто ходит? Я хожу. Да я хорош! Ходил. Нет, то что у него две вот этих фишки, и он походит в конце всех, он выиграл однозначно. Да, да, он выиграет. Он придет вот туда и вот сюда. Все. Все, до свидания. Не как я туда и туда приду. Нет, мне надо одну битву побеждать. Одно движение. И побеждать ее в храме. Надо. Движение. А движение у меня одно, да. А, движение это всего одно. Вот он ушел из храма, чтобы мне не отдать. Красавчик. А здесь зачем? Чтоб он сюда... А, я не могу их шестерых поставить. Хорошо. Извини, там пирамида второго уровня, она мне не интересна. Да, я не могу там поставить шестерых, тут пять раз. После Вовы кто ходит? После Дэн, Вовы давай. Ходит Дэн. Дэн за один. Не знаю зачем. Ну пусть будет. Туда все равно Коля. Никто не собирается идти. Так. Он вон там выйдет. Я вот думаю, есть возможность... Со скоробей. Спокойно. Да. И заходит к вам. Вон еще. То есть стопроцентная фишка это победа. Ну, правда, у него будет всего один храм. Я подумаю, имеет ли это смысл. Там только одно очко за победу. И 3, 6 и не выиграет. Ему еще где-то нужно одно выкопать. Либо храм, либо пирамида мне нужна. Будет. И победа. А движение у него всего одно. Короче, одно. Ребят, если апнуть... Либо апает свою пирамиду, на что у него нет денег. 5? Поэтому не выигрывает он сейчас, подожди. Пожалуйста. Не, ну на самом деле деньги будут, я могу еще раз помолиться. То есть у меня последнее действие, и больше я ничего не смогу сделать? Да. Ну в принципе да, ты можешь. Ну до четвертого уровня не достроил. Вот за 4, и у тебя будет еще на 10. А, второй, да. Так что не выигрывает он. Давайте. Если белый, у тебя есть. А, у тебя нету белого. У меня есть белая пирамида. Нет, но белого... А, у белого не занято. То есть единственное, что... ты синяя, мужка, а синяя, ты тоже единственное, что могу сейчас попытаться сделать, тоже. Это напасть. Купить либо... синюю. Купить синюю и получить действие. Синюю ты можешь построить. Да. Прикинь. А смысл купить действие, что...
Ты посмотришь, 10? Что сделают все, и на последнем ладно, ходе сделать давайте, что-то. Давайте. Пожалуй, в любом случае, это не факт, что это последний получил. Ход. Да. Может быть, еще один. 4 ты да получил. Что такое, Колян? 4 сразу заплатил. Получу 4. У меня скидочка, плачу 3. Есть? Есть. После вот Коли ходит Лиза. Фишечка еще дополнительная. Давай. У меня особо ничего. Молись. Молитвы или пойти куда-нибудь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Конечно. А пойти я тоже не могу, я только молиться ставишь. Могу. Все нормально. Можешь пойти, у тебя есть лапа. Есть лапа, но не денег. Ходи, Фил. А. Молюсь. Правильно. Дальше. Дальше ходи. Нет. Теперь ходит Коля. Коля, давай, у тебя стойте, Фил черный, синий потом ходит. Синий алло. Ходит, алло. Да уже да все давно уходили, мы остались вдвоем. Колян, твой последний ход. Остались ваши дополнительные действия. Все. Говорю тебе, ходи, здесь ходи. Не слушай, просто. Да, Фила слушай, он же правила что знает. Вообще не знаю. Я победил, ребят, ну очевидно, что я буду делать. Варианта вообще никакого нет здесь. Да, он туда выиграет один бой, но правда он всего один бой выиграет. Нет. Ты не шаришь. Смотри. А, он сюда пойдет. Ну здесь я получу еще временное захрану. Вот сюда попасть. Ну мне попадет. Проще всего вот здесь да, прийти вот здесь и выиграть. Да. Выиграть и получить закрыть. У нее есть только один вариант сейчас не дать мне победу. Если у нее есть карта боевого вмешательства, отмена боя. Да, я думаю, просто есть смысл мне атаковать или нет смысла его атаковать. Кого? Там. Ну бодишь Малиева. У него ты ослабишь его армию, а там он может быть еще и не выиграет. Ну давай. Была не была. Хер с ним. О, зачем тянуть кота за адо что? Нет. Ну давай. Тут у всех уже по 6, по 7, поэтому... Как вы, этот, телепорт, короче? Два. За два. И на два подвигаться. Ничего нужно игры, чтобы перессориться. Раз. А мы два. Не ссоримся. Не, игра за бортом нужна только для просто этого. Просто все думают, игра что вот если мы друг с другом спорим, это все, это мы поссорились. Ну. Да, мы поссорились. Ненавижу тебя. Да, я вот в каске. Реально, ну поспорили друг с другом. Сколько сил у тебя? Обложили друг друга, я извиняюсь. 7. И че? Это же не знаешь, мы общаться теперь не будем. Горячие южане. Мы всего лишь спорим. Поэтому, ну так вот. Имя Жосик. Да. Плюс 3? Плюс 3. Надо ну, 11. Мои. Ну, ты проиграл бой. Да. Я при этом тебе прирезал 3. Угу. Ну, минус у тебя там своя 2. Угу. И я тебе прирезал 2. 1 у меня защита. 1. Одного. Какой-то не там. Очень нет, ты меня ослабил. А нельзя было кинуть на 3 урона? Что-то вообще что делаешь? Там есть 3-урона, 1-3. Ну не было у него, значит. Было. Что делаешь? Почему? Если... Тебе надо было максимум урона нанести. Что ты делал? Ну, тупил. Да смысл ему? Да почему? Потому что хотя... Потому что, чтобы не дать тебе победить. Сейчас у всех по 6, по 7 очков. Уже что с этими близки. Делаем? К победе. Товарищами. Конечно, режем. У меня еще 2 хода к тому же. Да. Ну... Одно движение всего. Движение всего. Да, я могу пирамиду. А, ну пирамида меня спасет. Да, давайте попробуем. Ну да, там только махаться. Да ладно тебе. Тебе не стыдно. Короче, по максимуму боевую силу. Ладно. Не, у него может отмена боя есть карта. Только если отмена боя, да. Нет, печально. А я не могу сыграть? У нее есть вариант еще всех моих 4 прирезать. Ну да, тогда он не получит очков. А, да, кстати. Да. Максимум урона. 4 прирез, да, максимум резания. Кидай ему максимум. Ну 4 ты не накидаешь. А у него может быть карта. Может быть плюс 2 карта этой, как боевого действия. Давай попробуем. Ну это мне надо было кидать 3 урона. Ну зачем ты все рассказываешь? Я мог бы не говорить. Мне надо было кидать 3 урона. Да. Ну все тогда. Ладно. Сейчас посмотрим, не расстраивайтесь. Да все уже. Поехали. Да не. На вашу победу. У тебя по-любому победа и там... Я не могу отменить чужой бой. У меня только 2. А что, другого ничего нет? Ну, у меня 7 плюс 4, 11. Ну, тут как бы... Да. Тут 6. Зарезал, а ты мне 2, что ли? Да. Я... 2. 2 щита у меня. Да это не важно. 2 щита, но у меня 3. А, это уже не важно. Одного зарезал. Это не важно. Беру победное очко за бой. Так вот, короче. Ну и победное за то, что. Победное очко за пирамиду. Конец фазы дня, у меня 8 очков. 4 плюс 4.
Все, все. Техническая победа. Да. Победа, потому что, да, вы не понимали до конца игру. Запомни, да, 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 нам до конца не рассказали игру. Да, ну, в смысле? Да, я и так много вам рассказал. Еще нам очень много правил рассказывал. Тебе не надо, если ты там не использовала карту, убить человека, захватила, была бы победа. Я вам сказал, что у армии есть очки движения, а это телепорт. На самом деле, это бы не сильно бы повлияло даже в моем. Как бы, то, что вы не поняли, то, что армия сохраняет очки движения после телепорта, я не знаю, с чего вы это придумали, что она не сохраняет очки движения после телепорта. Ты сказал, во время этого... Я же не сказал, что ты не можешь двигаться после того, как ты телепортнулся. Я сказал, что армия может телепортироваться. Короче, неважно. Ну, не поняли, не поняли, что теперь? Ну, это важно, как бы, я просто не понимаю. В данный момент это неважно. Для тех, кто будет смотреть на игру, просто запомните, что армия может ходить после телепортации. И никогда не играйте. Кто-то из игроков может это не понять. А потом говорят, что Фил психованный. Фил психованный. Посмотрите, а вот ты будешь игру собирать. Мнение по игре, может, скажем? Чё, да, давайте. Что говорите. Да. Мне понравилось. Понравилось? Точно! Да. Нет, покупай у меня коробку. Не, реально, игра хорошая. Почему? Плюсы. Почему? Да, так и сиди. Почему? Потому что, во-первых, она, ну, довольно-таки быстро. Если никто не тупит, игра играется, не, реально, очень быстро. В зависимости, даже возьмем тот же самый серп, это быстрее. Быстрее серпа. Да. Плюс, ну, она живая, что ли. Тут много все время всего происходит. Нет такого, что... Например, ты там раз, там две овцы на зерно поменял, все сидишь. Нет, тут какие-то войска туда-сюда. Она прям конфликтная такая. Но опять же, это для кого-то может быть минус. Потому да, что... ну, в смысле, если кто-то не любит конфликтные игры, то он не купит никогда Кемет себе. Ну вот я про это и говорю. Че ты влезешь в мои мнения? А без... потому что он сюда лезет. Ненавижу его. Вот кто это вообще? Удаляю канал. Да. Нет, самый лучший. Да, но опять же, это реально очень конфликтная игра, и кто не любит конфликтные игры, готовы друг друга поубивать, то это не для вас. Да, это для вас. Ну не, ну это мы-то, я уже говорил, то есть если мы друг с другом спорим или еще, это не значит, что мы там поссорились на всю жизнь, ничего страшного. Пока. Да, отомстим и забудем, ничего страшного. Ну, в общем, ну, мое мнение такое, мне игра понравилась, она мне нравилась еще до того, как я в нее играл, скажем так, потому что я смотрел обзоры, еще когда... Она была английская. Я смотрел обзоры, я смотрел летсплей. Не буду говорить у кого. Вот. И мне игра приглянулась. Я хотел брать именно английскую версию. Но потом была новость, что ее возможно локализуют. А потом сказали уже 100% локализуют. И короче, игра классная. Да. Всем советую. Мне очень понравилось. Но серп все равно глупее. На восходящее солнце вообще не похоже. Вообще, тут дипломатии как таковой нет. Ты просто ищешь легкую мишень и атакуешь. Восходящее. На киклады, в кикладах больше именно экономик. Ну то есть строительство, все. Здесь ты бах-бах. Войска модифицировал, пошел навалял. Или отхватил. Ну, да, все так. И вот этот блеф мне понравился на картах, когда ты именно вот, ну. То есть, считаешь, что там у твоего противника за карты остались нам. Если сравнивать с восходящим солнцем, восходящее солнце — это игра на дипломатии. Вот как ты договоришься, так и будет. Здесь не надо ни с кем договариваться, просто берешь. Просто в жертву. Да. Просто шлепаешь всех, и все. Не надо здесь ничего этого делать. В общем, друзья, мы рекомендуем для тех, кто любит войну и игры. А тут я почему-то... Да Вова там сам с собой разговаривает. А, Вова что-то... всегда сам с собой разговаривает, это нормально. Говори, Тань. Подожди, я его Говори. Говори. В общем, игра классная. Мне редко нравятся такие игры, хотя я не люблю игры про войну. Мне это понравилось, удивительно. Она хороша тем, что здесь довольно простые правила, но... Сама комбинация, как ты будешь эти правила использовать, она довольно обширна. То есть ты можешь продумывать очень много и заранее, а можешь не продумывать. Играть как бы вот помолюсь. И пошел. Этим она очень интересна. Ну, поразумывать тут надо. Да, вот здесь я согласен с Лизой еще тем, что вот эти карты дают просто нереальное количество комп вот этих вот. Ты отсюда взял, и там у тебя вообще там имба, комба и так далее. То есть у меня была стратегия какая? Посидеть вот здесь, получать эти. И я очень поздно уже взял эту карту за защиту. Вот если бы я взял бы за защиту, то...
возможно, было бы получше. Ну, ладно. Ну, короче, финальная мысль моя такая. Давай, у тебя еще сказать, Вов? Все, можно я скажу? Я все уже сказал. Спасибо. У кого-то еще есть что сказать? Не знаю, единственное, мне не хватило элемента случайности в этой игре. Слишком математично, слишком... Ну вот слишком она, случайность, да, единственное, что вот в этой колоде. А даже случайность в этой колоде довольно закономерная. Вот. Вот этого не хватало. Остальное нормально. Да, кубик. Она для тех, кто... Надо кинуть кубик, да. Нет кубов. Да, здесь нет такого, кинь 5 плюс, там еще что-нибудь. То есть для любителей тех, кто четко знает, четко строит стратегию, вот как конкретика. Полностью в шахматы она никогда не превратится. Нет. Да. Вот, игра про модификацию войск и про блеф в бою. Именно так, да. Да, вот. Кому такое нравится, покупайте, и, конечно, компоненты отдельно стоят. Большие вот эти вот пирамиды, клево выглядят. Поле единственное, что не очень такое вот оно. Минималистичная. Ну, олдскульный такой арт. Оно не арт. Совсем Ну, олдскульный арт, тут как бы детализация мелкая. Детализация не очень. А вот он просто контрастирует с артом на коробке, на этом. Разные. Ну вот, посмотрите, вот этот жук. Здесь крутой арт, а на поле такое себе. Вот. Все так. Но в целом игра клевая. Фигурки я вот эти классные. Да. Вот эти офигенные. Все, нет, всем вот, спасибо. Вот эти фигурки беспонтовые, такие, да. Знаешь, как фишечки. Ну, фу, да. А вот эти красивые. Да, вот можно покрасить. Да. Жар птица. Да. Это Феликс. Реально, ну, на нашу жар птицу похоже. Вот прям один в один. Нет, как по качеству минки, самый лучший минки. Ну да. Ну, все. Да. Всем спасибо, с вами были Твой Игровой. Играйте в то, что вам нравится, и пока. Смотрите в комментариях.